какой пункт решения вчерашнего исполкома Международного олимпийского комитета есть? Российские спортсмены Олимпийскому комитету России предложено не включать заявку российских спортсменов, которые когда-либо были наказаны за употребление допинга. Сегодня уже я читал в прессе, что и в зарубежной, в том числе прессе, что многие спортсмены из разных стран говорят о том, что, может быть, это правило сделать универсальным, почему только российские спортсмены таким образом должны быть наказаны. То есть, в принципе, конечно, этим нарушается принцип равенства. Но поскольку все это делается на фоне доклада ВАДА, доклада комиссии Макларена и тех проблем, которые есть с допингом в российском спорте, МОК принял такое решение. Юрий Ефимова не едет, да?